Здравствуйте, приветствую всех на своем канале. Представляю книжку, самую популярную «Времена года. Мимимишки». Это книжка универсальная для любого пола, то есть для девочки и для мальчика. На обложке у нас дерево, времена года, меняющиеся осень, зима, весна и лето. Яблочко на кнопке. Первый разворот — весна. Это Кеша, Кешин трактор, который трансформер. Пчелки летают по лабиринту сотом и собирают мед. Трудятся в улье велкроленты, туда можно прятать пчелок. В тупле сидит сова, птичка вьет гнездышко. У Кеши трактор, он пашет землю, засеивает ее, чтобы собрать осенью урожай. И когда он соберет урожай, его трактор волшебным образом превратится в грузовик. И увезет все на хранение. В обратную сторону все собираем. И на следующей странице у нас лето. Лето, пора отдыха, забав. Цыпа ловит рыбку. Здесь лабиринт с сеткой, пузырьки, рыбки плавают в пруду. Улитка прячется. Тут такой массаж для пальчиков. Купаются ребята. Ежик собирает грибы. Яблочки растут, солнышко светит. И Мишка тоже ищет свои ягоды. Наступила осень. Сбор урожая. Вот этот урожай будем возить в грузовике. Это еще можно использовать как счетный материал. 4 помидорки, 4 репы, 4 морковки, 4 луковицы, 3 капусты. Здесь у нас грибочки. Они на карабинчике. Собираются. Яблочки на липучке, листочки на липучке, солнце на липучке и облачко тоже на липучке. Собрали урожай и наступила зима. Зима, пора игр и забав. Любимый вид спорта у Тучки — это сноуборд. Катаются ребята, могут вдвоем даже. Лепят снеговика. Снеговик у нас собирается на липучке и у него вот такие ручки притягиваются. Привет, привет. Также делают, катают ледяную избушку, иглу. Это пазл. Собирается, снимается все и собирается. В саму иглу можно прятаться. Вот такая книжка, разнообразная. Стоимостью 5400 рублей в таком варианте. Исполняю на заказ. Срок изготовления примерно 5-7 дней. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо.